Мошенники. Да, меня взламывали где-то 4 раза за все эти годы. Почту взламывали. А почта — это святое, друзья, туда приходят сценарии. Я же потом снимаюсь в этих фильмах. Нельзя это. Контакт взламывали. Ну, как-то ничего особенного они там не нашли. Что они там увидят? Фото да видео. Все, там ничего такого. Вот почта, да. Что для этого нужно, чтобы почту не взламывали? Менять пароли. Говорят, что надо раз в полгода. Нет, раз в месяц. А я бы вообще каждую неделю бы менял. И не такие ставить пароли. 1, 2, 3, 4, 5, Б, С, Г. А прям фау на латинице такой. 36 букв и цифры. И мелким шрифтом и крупным одновременно. Вот так вот надо, я думаю.